Какие абрикосы вчера купила? Ой, что-то вообще яркость такая. Не пойму, что так плохо снимают, конечно. В общем, абрикосы, вот, наконец-то. Абрикоса колерованная. У нас вот такие абрикоски росли раньше дома там на Украине. И точно такой вкус. Очень сладкий. А что? Сэм, возьми нормально. Сэм, держи аккуратно. А я пока мастер положу. Хорошо, иди садись там. В общем, точно такая абрикоса росла у нас дома. Колеровочка. Мы вчера с подружкой ходили по магазину. Она говорит, что они сильно крупные. Что это за абрикосы? Я говорю, это же настоящая колерованная. В Фридмайере вот эти абрикосы стоят 3,99. Вот такая цена на абрикоски. А вот моя розочка. Цветет уже так. И белая зацвела. В серединке такая розоватая. Вот, тоже очень пахучие. Я постоянно срываю и делаю гидролат. Мы с Лизой просто в привычку сейчас уже взяли. Каждое утро встаем и брызгаем этот гидролат, эту водичку на лицо, на волосы, на руки, на ножки. Оно пахнет розой так классно и полезно. Ух ты, классно. Наш любимый сэндвич. Такой огромный, на всю нашу семью хватит, да, Макс? Ну, да. И сейчас мы еще кофе купим, а потом уже по клубнику точно поедем. Макс разворачивает, посмотрим. Ого! Ну, подними внутри, покажи, что там за начинка. Где? Они порезали его или нет? Вот. Мясо, мясо. Короче говоря, там перец салатный есть? Ну, немного, да. Ты сказала, чтобы они добавили побольше? Я просила. Белый салат! Забыл. Спасибо, сыночка. Ну что, посмотрим, какой здесь рисуночек у нас. Обычно они рисуют. О, красота какая. У нас на скутерах в Дантауне катаются. Я не знаю, как мы по этой жаре будем клубнику рвать. Ну, Макс, короче, будет рвать. Он пообещал 2 ящика нарвать. Мама, может, давай завтра, но я 2 заберу. Нет, нет, нет. Утром, когда будет тепло. Гринглав только сейчас открыт. А завтра что? Понедельник он закрыт. Давай сделаем компромисс какой-то. Какой, например? Давай. Такой клубники, как там, нигде нет. Так что компромисса никакого не будет. Мы ехали по клубнику. А здесь выставка машин. Решили для вас немножко поснимать машинки. Смотрите, какие... интересные. Макс несет Сэма. Братана. Выручает братана, да? Ага. Да, красивая, да? Красивые машинки. Так, ну. Да, мне тоже жарко. Сейчас уже пойдем.
под стеклом тоже Форд стоит. А та машинка какая? Это... старенький Форд. Бедненькая, уже устала, Лиза? Смотри, какая у меня. Горячая? Да, смотри, какая у меня. Да, мы всего лишь пару минут прошлись. Смотри, горячо. Какая у меня, Лиза. Да, вавочка, у Сэма вавка. Смотри, Лиза. Такие холодные. Нет. Вау. Так, ребята, по идее, 15 числа это вот здесь должна быть клубника. Эта ферма тоже закрыта. Они сделали тоже 19-го, хотя на сайте видишь? Написано 15-го. June 15. 15 июня. Ну, по-моему, они с этим тоже 19-го все-таки поменяли. 19-го. В общем, они поменяли на 19-го. Я, Макс, тебе говорила, надо позвонить им. Ну, я так не хотел звонить никому. Видишь, мы зря просто приехали. Да не, покатайся там. Покатались. Сейчас поедем еще на одну ферму. Макс, жди. 19 числа ты будешь здесь 4 ящика рвать, а не 2. Что? Да. В общем, ребята, вот как называется эта ферма. Если кто здесь только приехал с Пакен. Мы заехали еще в Костко по дороге, так как это было совсем рядом по пути. Смотрите, какие облака красивые. И скупились. Мне нужны были пакеты мусорные. Но, как всегда, я нагребла еще кучу всего. Все надо. Ребята, так как на улице жарко, я не буду все досконально рассказывать, что почем. Я вам вот ресит. Я вам сниму ресит. По-американски ресит, по-русски чек. Сниму вам чек. На некоторые вещи были скидки. Это на минеральную воду и, по-моему, на салфетки. Вот вы можете остановить на паузу и посмотреть примерно, что почем. Ну, точно могу сказать, вот эти книги по 7,99. Прям на них вот есть цены. Сейчас вам покажу, что это за книжечки. Видите, искать слова. В общем, тренировать свой мозг, изучать новые слова. 200 пазлс. На разные темы. Мне очень нравятся такие вещи. Только у меня нету сильно много времени на это. Но я постараюсь, в общем, развиваться в этом направлении. Это все надо. Купила для себя 3 книжки сегодня. Для себя любимой. Это вот рисунки какие-то, цифрами вырисовывать. Для всей нашей семьи. Кто захочет, будет писать, рисовать, искать слова. Вот, смотрите, для Лизочки купила сарафанчик. Не знаю, смогу ли показать его. Вот такой сарафанчик. Там посмотрите цену на чеке. Вот такой неплохой. Думаю, Лизе понравится. Сейчас ей уже тяжело угодить. Ей 7 лет, но она такая модница и хочет сама выбирать все. Так, мясо. Быстро мясо сниму. Вот такое на сэндвиче. Оливковое масло. А, авокадовое масло, не оливковое. 100%. Ой, хоть бы не разбить. Сметана. Здесь в Костко все намного дешевле, чем в обычных магазинах. А вот я снимаю все, видишь? О, вот это тебе платьечко. Держи. Дарю. Сэмчик, а тебе я пойду вместе с тобой выбирать. Тебе точно не угодишь. Ты все не хочешь носить. Так. Вот это зипсы такие, целлофановые пакетики. Очень легко закрываются с такой штучкой. Вот как, ну вот, в общем, слайдер. Слайдается и закрывается само зипсиком. Зипчиком. В общем, очень легко закрываются такие штучки. Зип-лок называются. 166 штук. У нас скоро будет заготовка ягод разных, клубника, блубери. Все это нам понадобится. Так, что здесь? Галлон. Кварт. Это размеры. О, как раз еще люди подъехали. Это спиртовые салфетки. Раз, два, три, четыре, пять штук. Для плиты, для туалета, для ванны, для всего. Вот это для посудомоечной машины. Сейчас по быстрячку все сниму. Молоко органик. Ну и... эти же пакеты мусорные, за которыми я приехала. А вот это минеральная вода. Что, тебе что? Тебе книжечки. Вот, мама купила тебе книжечки. Смотри, аж 3 штуки. Будем с тобой слова находить, ладно? О, держи. Ой, тяжелая, да? Что там? Держи, все, молодец. Все. Так, забыла еще показать вот это пластик food wrap. Это пленка пищевая.
Здесь вот этой вот упаковки мне хватает на год точно. Ее очень много. 3000 сквер-фит. Здесь открыта клубничка, наконец-то. Все-таки Mountain Spokane очень красивая. Гора Spokane. Сейчас мы туда доедем, я поснимаю. Да, народ рвет клубнику. Здесь у них сарай с ящиками какими-то. Парковка. Да, черешня есть чуть-чуть. Поспела уже? Только-только начинает, да? Старая черешня, да, видать, смотри. Видно, что это очень старая черешня. Они уже ее опиливали, она новые ветки попускала. Ну как клубничка? Классно. Я нарвала немножко. Я тут в основном сижу ем. Тоже потихоньку в ящик кладу. А ну-ка. Мелкая. Ну вкусная. Настоящий вкус клубнички. Не то что магазинская. Со сметаной и с сахарком будет вообще прелесть. Смотрите, ребята, какое у нас небо красивое. Мы успели до дождя. Сейчас 100% пойдет дождь. Смотрите, какие облака надвигаются. Но мы уже убегаем. Вот наша клубника. Я немножко не дорвала. Но нам достаточно этого, да? Через пару дней опять приедем, нарвем свежий. Сейчас сделаю пару снимков на красивом фоне. Смотрите, Spokane гора. Красавица наша. Ну, мы, кстати, давно туда не ездили. Может, съездим? Прогуляемся? Летом, когда жарко, там хорошо будет. Ну давай, сними меня еще. Вот и дождик пошел. Все, забираем нашу клубничку и бежим в машину.